Еще в конце прошлой недели никто не был готов спрогнозировать подобное развитие событий. И тем не менее, одну из центральных улиц Киева перекрыли митингующие. Даже палатки умудрились поставить. С одной стороны у них Верховная Рада, с другой Кабмин, совсем недалеко администрация президента. На пике событий митинговали несколько тысяч человек. Впрочем, большую часть времени на месте оставались несколько сотен. Все это началось еще во вторник, а вот когда закончится, до сих пор непонятно. Уже и депутаты ушли на двухнедельный перерыв, а пикетчики свои позиции не сдают. За 4 дня они успели многое. Были и попытки возродить дух Майдана, и банальные драки. Полицейские жаловались на ограбление, мол, митингующие отобрали у них амуницию и щиты. Активисты, в свою очередь, возмущались действиями полиции и нацгвардии. Те не давали палаточному городку разрастаться. В общем, эта неделя в очередной раз показала, как же это легко в Киеве устроить бунт. Что ты сказал? Чуешь ты, блин? Кто мне забрал? Посочишься, ты будешь отвечать? Вони мене не випускають. Це ж ваша бачка.